Здравствуйте, зрители и гости канала. С вами Харачи Бати Грегор, Харачи Семья. Торичан, мы продолжаем проходить Evil Within, и с нами детектив не Костеланос, а кто-то покруче. Детектив Тайвин. Шляцкая булка. Нас просили, чтобы мы почаще показывали сладких булок, и вот мы их показываем. И тут ставка с круассанами. Да нет, на самом деле это вот этот маленький прекрасный ребенок. Великовозрастный, конечно, но ребенок. Он тоже наверняка рад вас видеть. Но... Какой любопыт, он все расследует. Он все расследует, да. Ну что, отправляю его дальше спать, а мы нажмем продолжить. И будем продолжать потихоньку. Я должна была испугаться кресло. Так кресло пугаешься только при начале игры, потом оно типа беспуганное. Здрасте, медсестра. Лучший персонаж в игре после водителя, правильно? Водитель. Если бы не водитель, мы бы не выжили. Он и не выжил. Так, а что нам делать? Это не беда? Ты что, опять настройки поменял? Не, смотри-ка, игра все-таки решила подстебаться надо мной. То бишь ты такая, типа, братан, я скину тебе настройки за что? Так, подожди, мы делаем проще, подожди. Бросить настройки. Да. Ага. Ага. О, видишь, это... Херня какая-то! Нельзя так делать. А мы хотели еще... Мы вкачались. Колесико покрутить. А, попробовать проверить сообщение. Из архива. Да, любое. Вот дневник. Листать от сайта назад. И назад работает. А колесико не работает. И стрелочки. А, тихо, тихо. Плюсики, минусики. Да, сейчас. И тихо. Page down. Page up. Нет. Ну тогда это очень странно. Дела. Значит, мы с вами не будем читать. Читать это вредно. Он, видимо, так считает. А, тот, кто портировал эту игру на ПК. Как считает, но не читает. Конечно, нахера надо. Эпилепсия! Так, мы в долбанном сарае. А в том же? Конечно. Ну, мы откуда пришли? А, да? Ну да, это тоже сарай. Так, а куда нам идти? А куда нам тогда теперь? Подожди, вот сюда, наверное. Фонарик. Лучший фонарик. Смотри, это без пизделек и без пряников, только как и без фонарика. Иди сюда. Так, подожди, а пистолет? Ага, правая кнопка. У меня два патрона. Плохо. Перезарядить. Ага, конечно. Ногу себе. О, привет. Подожди, это мальчик. Да. А почему тебя не трогал друг? А, не трогал. Не успел. Там, подожди. А, то мальчик. А как Ctrl, правильно? Я учусь. Управление информацией. Ctrl плюс пробел, скрытое убийство. Напасть сзади очень грубо, мне показалось, написано. Не нападайте на зомби. А ну-ка, и что нужно? А, все? Я думал, там какие-нибудь мини-кьюта Е, нет? Смотри. Подобрать. Мозги тебе не нужны. Или патроны, подожди, оно... Я просто слышу, он такой... Посмотри типа, как на него, коробочка. Пожалуйста, внимательно. Ну, а что с ним не так? Ну... Все, например? Он пришел отсюда. Если на такие еще есть. Давай не надо. Ну... О. Давай мы посмотрим. День падает, но мы включим фонарик. Этим жопой. Смотри. О, рэгдолл! Я могу пинать его! Да ну... Слушай, ему хуже уже не будет. А, он зацепил. Так, дверь. Прекрати глумиться. То есть, подожди, дверь открывается. А почему? Открой дверь, открой дверь. Он просто очень вежливый. Вот. Он ждал приглашения. Я был, когда тебе на себя открыл. Ты такой, ты дебил. Так, никого? Никого? Как вы звали?
Лесли, по-моему. Я хотел назвать ее Синтией. Ну ладно, пусть будет Лесли. В принципе, твой вариант не хуже моего. Может, даже более правильный. Синтия, постой! Но я же мальчик. Энды, ты чё, говорят обратно. Я подумал, что Лесси, но, по-моему, это собака. А что? Я вижу. Ну, там... Подожди, если ты не маяк, зачем ты крутишься? Рейф. Вот они, вот эти статуи, они коллекционные. Да, нафиг. Вот, да, подобрать. Вот, кстати, ключи открываешь, получается, насколько я помню. А, как помнишь, в морге вот эти... Закрылись. Нормально. В морге вот эти штуки, которые отъезжают. Ну, дети ладно. Открылись. Отлично. Я поняла. Вот, ты их открываешь, там разные лут собираешь, получается. Все ворота закрылись. Я открыл их. Нет ни дверей, ни женских ног, что да. Распахнуть бы я не смог. А! Бутылки пустые. Так, бутылочки, пожалуйста, не бросайте. Не надо заставку. Hey, are you guys from around here? I don't know where... Ага. Подожди, а вы в курсе, что я тут? Как мы их окликим? Нет. А, вам все равно? Нет, не все равно. А тому? Как он бодро пошел. А тот прямо здесь. Подожди, давай мы все-таки подождем, наверное, да? Там еще одна бутылка, может подобрать. Сейчас подберу, подожди. Где? А, вот она же где-то. Твое! Дед, ты отдыхай, а я сейчас это делаю дело. Бонь! А, дед, сорян, на тебя бутылок не осталось. Дед, тебе не нужны бутылки. Так. Нет, нужны. Нет. А нету. Я покаталась. Давай, рукопашную. Иди сюда, ублюдочный. Где? А ну иди сюда. Давай. Иди сюда, чебутал. На тебе. Пошел. Сюда. Вон, а как уклоняться? Я могу уклоняться? Не помню. По-моему, нет. Короче, дед, будь спокойней. Переговоры? А можно взять граблю? Она деревянная, но ей больно. Как твоя бывшая, да? Она деревянная, но ей больно. Мне больно. Не переживай. Возможно, есть еще люди. У меня нет спичек, но... Или есть. Наверное, нет. Все равно я хочу кое-что посмотреть. А есть ли уклонение? Это как бы важно, на самом деле. Ага, да, если бы я еще колесико мышки бы у меня крутил, бы что-нибудь. Ты сломал движение назад. Да? Бросить. Ребята, целый, я понял. Так, ну давай поэкспериментируем. Пробел? Нет. А, Ctrl? Нет, присед. А, что еще может быть? E, U. Шифты всякие. Shift. Shift бегать. Эти. Если два раза shift? Нет. Два раза пробел? Нет. Мозги? Да, забираю.
Ну, я могу открыть дверь? Так, мне нужна спичка. Мы можем просто оттащить ее в костер. Нет, я могу. Так, сжечь. Почему? Непонятно. Вопрос у тебя бывших и бревнах. Хорошо горит? Дело. Шутки за 300. Кстати, костер. Я про то же. А зачем? Угадай, кто в шкафу. О, лекарство. Я думала, это мышеловка. Как ты его применял, не помнишь? Не помню. Как-то через колесик, через... 1, 2, 3, наверное. Альт. Вот же, значит, не поиграть какой-то период времени, да? Это понятно. Прятаться? Типа от этих чуваков можно было спрятаться? Так, ладно, мне просто нужно понимать, как инвентарь включать. Без этого я... Я умру. Бесполезен, да. В этой игре просто очень странное управление, поэтому... Да-да-да, я понимаю. О! В! Оно уже М. Угу. На двойку может? Вот теперь отлично. Так, зачем им прятаться, пока не ясно, но возможно придется. Запомни, ведите из шкаф. Так. И оглядываемся. Ищем. Да, если что. Так. Осторожно! По-моему, я вижу ловушку. И умираю, да? Если что, ты умеешь их разбирать. Я делаю это. Плюс один инструмент. Вах. Я разобрал не ловушку, а тебя. Плюс один труп. А? Вон, товарищи. Так, ну подождите. Возможно. Разбежавшись? I feel like I'm being pulled, just looking at it. Офигеть, такое с людьми не... Фу! Это магия. Тебя разрывают колючей проволокой, это же жесть. А как он их берет в захват? Он же его тоже царапает. Они же в колючей проволокой. Он очень суровый парень, он не поддается. Мы же плакали, кололись, да, но продолжали убивать людей с колючей проволокой. О, видишь? Ты уже понимаешь, как работает эта игра. Землетрясение. Нет? Да? Гром. Грохочет. Сверкает молния? В ночи. А на холме? На холме. Стоит Кастеланос. И кричит. Контрольная, господи, помоги! Контрольная точка, значит, нужно что-то делать. Интересно, а кусты меня хорошо прячут или нет? Слушай, если ты будешь так пыхтеть, вернись, пожалуйста. Только да быстро. Не, смотри-ка, этот мужик это... Блин, прикольно, назад просто отходит и не поворачивается. Ну, привет. По-своему, да, это круто. А если я туда пойду? Ух ты ж какой. Не, ну мне игра говорит, можно убивать скрытно людей и не переживать. Не, я не тебе, я тому, что он смотрит за нами. Только блин, там еще вон стилюк. С одной стороны, мне может их не обязательно всех убивать, с другой стороны, это лут. Это так расположено, интересно, будто бы тут за мной должна целая орда гнаться, если честно. Смотри, какие-то вот тут занычка, тут. Вот реально врагов должно быть намного больше, чем. Сейчас докрякаюсь, блин. Ну да, ты хочешь их больше? Не, ну патроны тратить мне не хочется. Скажем честно. Это не сюда, да, наверное. Нет. Если у меня кто-то. Блин, ну лутаться надо, правильно? Без баночек с мозгами мы не прокачаемся.
Как ты с них только патроны собираешь? Не, ну... Бутылка под ногами у тебя. Да, я не могу коллекционировать. А зачем? Я слышу, кто-то тут. Он прям тут. Пыхтит. Вон он один. Тут. Мне, конечно, кажется, то, что тут можно залететь просто с двух ног, но... Хоть и нельзя. Что-то плохая идея. Блин, спасибо! Чуть было не насадился. А с них ничего не собрать? Пока, ну. Ну вот я обезвредил. Ну, если не собрал, значит не собрал. Ну. Это... Откуда его? Как это шлепает? Наверное, тот. Думаешь? Хотим, что голову забираешь. Сорян. Мы так спокойненько прям проходим. По стелсу прям максимально. Тут, а где нам не надо? А, вот и ловушечки. Они были предусмотрены для таких, как я, такие, типа, брат, да. Ты что, мужик с факелом идет, что ли? А ты можешь, интересно, пропутать? Блин, в теории, наверное, могу, я думаю. Мы сохранены, правда, далековато. Ну ладно, тогда не рискуем. Я не могу тебя здесь обезвредить. Только на вот этих или там. А кто расставил зерновшку? Ну вот эти вот мудилы, видимо. Так. Ну, в принципе... Ты один или нет? Там металлическая штука, мне кажется, я не смогу быстро все это сделать. Какая штука, что сделаешь? А, вон видишь, штука для подъема ворот. Сейчас я начну ее крутить, и вот те, кого я решил не трогать, решат потрогать меня. А может нет. Может будет кассен. Он прям тут. Угу. Вот мы думали, кто-то там прям в ухо, да, шепчет. Тут еще эти, блин, балки такие, не знаю, могу упасть в них или нет. Ага, ага, иди сюда. Не лицо на этого. Ты же не будешь выходить сюда? А зачем тебя сжигать? Не, я отца жгу, конечно, но со смыслом. Вот и мозги. Это они зомби, а не ты. Так, и вот тут ходил еще один придурок. Еще не придурок ходил с факелом. Короче, два придурка должно быть. Интересно, где это пыхтит? Ты должен быть здесь, прям обязан быть здесь. С той стороны только разбирается. Блин, по-дебильному сделано? Я то думал, все так легко. Вон он. Вон он, вон он, вон он. Блин, ну тут без бутылки не разберёшься. А как раз подвернись под ногами у тебя. Ну, эта бутылка не та бутылка, да.
Ну уж какая есть, почти. А что за мигашки вокруг нас тут? Ну, это пепел. Нет, вот эти сиреневые, которые пузырики, которые были вокруг мальчика. Действительно. А ну да, летают, он вижу. Похоже на пепел. Ну да. Блин, как надо с ним разобраться? В открытую? Бежится. Пол деревни. Это польско-чешский. Ну, пройди в то помещение. Но тут можно обезвредить ловушку. А бутылки за это не могут. Но мы можем подглядывать за ним. Привет. Как там глазики мигают. Слушай, ну я могу подождать, когда ты отворачиваешься, да, наверное? Это сложно. Ну, он ненадолго это делает. Да, но я могу. А ну-ка. А ну-ка. Давай, отворачивайся. Ну давай. Иду. Не успеем. Вот нифига себе, три капкана по дороге, смотри-ка. Зачем мне его жечь? Возможно, он восстанет. Хорошо, ладно, сжигай. Так, вот три капкана уже... или три ловушки? Смотри, ловушка. А вон три тут. Капкана, да, ловушку я вижу. Вот. Я хотел его назвать утырком. Почему? Потому что он... Утырком. Он носит с собой факел и запасные в себе. Да. Идеальный приключенец. Можем как раз проверить касательно ловушки. Это сохранение. Далеко. Там что-то еще было? Да, я вижу сейчас. Постепенно вопрос порешаем сейчас. Так, мы с этой стороны, кстати, были, да, мы... Да, да. Бутылка. Минус в том, что я не могу их коррекционировать. Привет. Да-да-да. Так, ну ладно, они не особо как-то разнообразно ходят, гуляют. Сейчас мы полюбуемся на утыканного мужика. А как я ему что-нибудь сделаю? У него и так хватает. Ну типа у него в голове так уже торчит лом. Я хуже ему не сделаю, ну типа, блин, ну объективно же. Что ты делаешь ему лучше? Maybe. Ай, тебе в глаз. Там ткнул вражеским ломом. Поджечь. Почему ты пойдем? Ты серьезно? Вот ты серьезно? Ты пак. Просто. Ага. Да я понимаю, но от этого стелфея не становится. Там рука лежит на дороге, тебе нормально? Не, подожди, меня интересует другой вопрос. Это там рука была. Побить его факелом? Нет. Засунь факел ему в задницу. Просто стелтер. Поджечь. Да он упал в огонь. Да, типа, ему же уже. Вот надо поджечь. Я хотел его поджечь, а он подобрал. Ну там была еще функция подобрать. Меня там не было. Там у тебя по дороге что-то было еще какое-то взаимодействие. Ну, да, сейчас. Бутылка. А, это была бутылка. Ну, бутылка лучше факела. А. А. Подожди. Че, умный, что ли? Да. Я хочу... Сейчас. Какую руку? Где ты видел руку? Вот эту. Какую? Вернись. Куда? Ну туда, куда ты смотрел. Вот она, видишь, рука. Ты подумала, что вот эта рука, да? Да, я подумала, что это рука. Почему? Ну, она похожа. Я мог обезвреживать только, кстати, когда вот сейчас присел. Смотри. Не могу? Могу. Это... Ну, чтобы ты попался. Ебать, три капкана. Да, я бы тут развлекался бы хорошо. Так, мне кажется, сюда по-любому надо идти.
Хочешь туда сбегать? Да. Ну еще. Так, если что, ты у нас по глазасти ищи статуйки. Я, конечно, понимаю, что с таким киношным типа разрешением это сложно. Это сложно, да. Так ты еще и дерганный, как чихуахуа. Чихуа был бы сильнее дерганный. Ну я утрирую. Куда? Твоя судьба туда. О, сука. И живы. Забавные. Лишь бы за бутылкой побегать. А куда ты пойдешь? Просто домой. Казать. Сорян. Ну ладно. Не сильно, не торопись, а то сейчас. Капкан? На твою жопу. Огонь, я с огнем. Да ты с огоньком, мужчина. Да не, я подожду, когда он обойдет. Блин, развернись, пожалуйста, Кастеванос. Да. Ты хочешь, чтобы он вышел на меня, что ли? Я тебя вижу. Это убийство. Да, там шею выделать, как другая пила какая-то. Да. Бесшумный убийца, а чего? Бейте, бейте, бейте. Это я. Это я. Ребят, вы хоть камыш бы косили? Ну типа, блин. Он вообще загорает, кстати, очень быстро камыш. Я удивлен, что тут вообще не все сгорело к чертовой собаке. Мозги. Смотри, я слышу кого-то. Я тоже слышу. Да? Слышала? Мы лезем? Готовы принимать врага? Готовы? Аба-ба-ба! Я не видела! Зачем? Это, наверное, ты. Да нет. Ну вот она хотя бы... Она точно не... Была при мозгах. Не ручала. Не ручала. А можно я заберу? Спасибо. Не рычала. Я... Что ты скажешь в свое оправдание? Я максимум. Смотрите, максимум. Я могу книжку почитать, нет? Ну все, она лежит так, как будто можешь. А патроны ты не можешь взять? Нет, все. Предел моих мечтаний. Пошли тратить. И это при том, что я увеличил магазин. Ну да, он 7. Раньше было 6. У меня особый револьвер, но... А что 10 показывает? Максимум патронов, которые могу с собой носить именно. 10? Ну, получается 17. 10... А! Кармашки, условно говоря, 7 в обойме. О! Что-то там, да. Ага, она, сука, шевелится, видишь? С серпом лежит и такая, типа, ха. Я тебя это... Иди ко мне, пупсик. Да. А к Никс не может попасть будет, только сломав вот эту перегородку. Да, так что сейчас мы первым делом подойдем. Да, мне кажется, если я начинаю, типа, агрессивный бой, все вот такие вот мудилы... Буду вставать? Да. Мне так почему-то кажется. У вас... Хуёвые сковородки. Ну, это не ваша проблема уже. Так, посмотрим. И как ты про это вами? Я просто как бы... Прошаренный, предусмотрительный. Фрагмент 2, а где фрагмент 1? Я его пропустил? Как ты мог? Даже пылесошу игру, практически. Ну, нет. Я не пылесошу. Женщина, выходите. Мне кажется, у него клаустрофобия, он в тесных помещениях начинает выхотеть. Круто. Можно всякое делать в шкафу. Смотрите. Ну я мог ходить в шкафу. Не каждая игра может похвастаться хождениями по шкафу. Так, ну что, готово? Ух, раз, два. Смотри, что я... Кастеллан, достань пушку. А, ты в приседе стрелять не умеешь. Иди ты лох. Не, ну типа, блин. Ну пробуй. А ты хорош. Это еще не все. На с ноги. На с ноги.
руки! Ножной руки! Уйди! Пожалуйста! Ю! Что это? Что мне уже поджигать под тобой? Ой, это мозги вкусные. Слушай, ну ты уже не встанешь. Ну я не поверю, что вот ты встанешь. Вот я не поверю, серьезно, ты без головы уже, ну куда? Я даже мозги твои добрал себе. Я как горец в этом плане. Иди патроны подбери. Я стал умнее. О, я могу мыться кровью? Что это? Я пробел. Я пришел сюда. Что она открывает? Ее сердечко? Да. А ты патроны можешь подобрать? Могу, да, сейчас я только... Да молодец, молодец. Но фрагмент на один ты не пошел. Я не знаю вообще, есть ли он. Это фрагмент один, это ложь. Его нет. Интересно, сколько игра реалистична? По-моему, было, да, что-то сковородное? Ну, надо трикошить. Ну не в меня же. Ну, сковородка не шелохнулась. Подожди, теоретически я мог подойти и вот такой же с ней проделать. Ты видела, да, он с ноги типа такой наступил? Ну да, да, кстати. Мне кажется, она... Стала бы. Прям... Не позволила бы это сделать. Ну да, я бы пока сломал... Доски, да, пока туда все. Так, ну зато мы просмотрели все. Фрагмент один. Тут точно ничего нету. Вот тут чистокол стену. Они, видимо, боялись нападения горной кавалерии. Легендарная горная кавалерия. Все ее боятся. Но никто ее не видел. Но все боятся. Зато мы перебили всю деревню. Я как-то не знаю, как к этому относиться. Теодор, мы что, злодеи? Да. Ой! Бутылька. Так, давай посмотрим еще внимательнее. А уже внимательнее некуда, мы тут были все. А может быть он с наших... Может это затравка? В больнице? Я говорю, это вполне, конечно, может быть и затравка, знаешь, такая в стиле это. Ну, фрагмент 2, типа побегай, на самом деле фрагмент 1 будет не дальше. Я не думаю, это не в стиле этой игры. Да. Мне кажется, может он вообще где-то в психушке был. Да? Возможно, да. Мы сейчас в новой этой главе. Не, в психушке вряд ли, наверное, где-то там позади. Не, ну мы же по... Там, не под всеми кроватями были, не по... Привет. Звучит неплохо. А. Подождите, а вот давайте я попробую. А? Попробуй хапнуть. Не пинается, но... Короче, это сюрприз. Какие-то просто трупы, какие-то трупы вот такие. Получается, одни созданы, чтобы сожрать у тебя спичечку, а другие реально кочурят. Вот. Это круто. Это классно. По замануха. Ну он показывает типа пальцем. Я и покрутил вот так вот. То есть ты визуально воспринимаешь лучше, чем текст, да? Да. Йо. Ой, какие-то открытые пространства. Начинается фобия. У меня начинается фобия. Контрольная точка. Где ловушки, надо пройти под ней. Да, где ловушки? Мы в лесочке, значит, может быть капканы. Не капканы, не так. Капканы, я думаю, просто ранят. Я думаю, они тебя останавливают, и тебе приходится там нажимать кнопочку, чтобы от них это вылезти. Скорее всего. Вот это камуши. О, цветочки. Красиво.
Ну хорошо, что эти жмуры на самом деле палевные, их прям слышно. Они прям сильно пыхтят. Как это их? Ну как Кастелан съемлет. Прям на больное, да? Вот прям давит. Что, заново начинать? Да. Да. Возможно, он был в первом доме. Смотри, как красиво. Ну, а тут вообще... Нет, тут, наверное, не по эпизодам, да? Или по эпизодам, не помнишь? По эпизодам что? Игра сама. Типа я смогу когда-нибудь потом все-таки прийти и найти фрагмент карты? Или мне прям придется заново начинать игру? Блин. Вашу мать. Там чуваки жрут других чуваков. А как мне пройти? Как они туда смотрят, значит я пойду все-таки сюда. Шел правильно. Все, все, нет. Нет, 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 нет. Ой, здорово, мужик, вижу. Вижу к стене притарабанен. Да-да-да, все, я понял. В смысле они его жрут? Чет, я поторопился. Вон, видишь? Да я вижу. Но не понимаю. Я пошел. Я все понял. Я-то думал, что это так доп путь найти фрагментик. Ну, типа, это же бонус приятный, правильно должен быть. А нет, оказалось, что мне сюда и надо. Может как-то так и. У вас тут очень странное селение, знаете? У вас там клетки висят, жаровни. Как у демонического культа какого-нибудь. Кроме молния сверкают. Ну оно и там сверкало. Где? Чем меня очень сбивало. Услышишь? Я слышу, я гуглю, где первый фрагмент. А. Блин, я прям на чувака вышел. Ну, ты же его слышал. Да, подожди сейчас. Что нажимать? Несколько раз пробил. Нет! Мужики, стоп! Можно ты и стой! Я устал, я очень быстро устаю. Не, мне капец. Все. Кастелланос приплыл. Не, ну тут все. Ого, я, кстати, еще и промахиваться не буду. Попробуй скрыть. Я так и подумал. Да, это хорошо получается. Я могу попробовать в доме спрятаться. Нет, я не думаю. Друзья, может так и надо было. Кастелланос, восстанавливай стамину, твою мать. Я же сейчас за жопу укусят. Беги, беги, пупс. Перезаряжаться можно бегу? Да, да, убираться отсюда. Куда только, Кастелланос? Телюки! А, да, смотри-ка. С двух ног! Фига! О-о-о-о-о! Жирный! Он же жирный, плавает теперь. Ну, и хуй стоит. Такие... Чего они такие сообразительные? А, да? Да, она, видишь, по эпизодам. Но мы сохранились. Просто жалко, что я там не все нашел, что хотел, и пришлось немножко ускорить игру. Я почти. Это ты, конечно, да. Я не виноват. Это был скрипт, он по-любому должен был так сделать. Иначе бы он не обернулся. Знаешь, где был первый фрагмент? Где? За креслом. В психушке у медсестры. Иначе, может, все еще там есть. Смотри, насколько игра сохраняет. Если она делает фрагмент по эпизоду... Он показан эпизод номер 2. Да, тогда значит... Ну, на всякий случай, может, на каком-то не было. Не, да, мы зайдем еще, проверим. Нам все равно потом вкачиваться приходить. Смотрим. Да, ну, откуда можно предположить, что там что-то может быть? Нужно быть внимательным. К этому игра. Немножко поехал. Угу. Так. Патроны перезаряжены, все хорошо. А, зерно недостатое. Как я чудовище.
Я не хочу быть как тебя, чудовищ. Не хочу. Я не хочу. Ну, пожалуйста. Мозги. О, хилочка. Да, кстати, да, давай я похилюсь как раз. И заберу. Хорошо. Тоже нельзя почитать. Ну так заманчиво лежат, конечно. А что ты расстроился? Страшно. А, страшно. Что подобрать? Ну, вот тут прям. О, спички. Сжечь, конечно. Фига их там. Куча. Иначе не пройти. Толик, Толик, ты чего? То есть, а вот тебе отдельную спичку надо, да, чувак? Да. Индивидуалист, блин. Такой, я не как все. Сратый ублюдок. В Atomic Heart таких не любят. Да. О! Идите обратно. Идите, куда ест. Заходи, да? Белик вам. Ага. Так, ну тут зато закрыто. Что делать? Да ты что? Я и не планировал. Хорошо. Не очень-то и хотел. Так, ладно. Это период, наверное, может чуть побегать. Пока не увидим. Наверху, да, ходит? Думаешь? По-моему, это человек. Да, 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 это кто-то. Ну, пойдем сейчас. Тут у нас... Как бы при встрече встречай гостей. На чай. А я могу забрать топор? Да. Ты доволен? Я левой рукой могу рубить им? Могу. Почему левая, если это правая? Я имею в виду левой кнопкой мыши. Ой, тут не то, что я думал. Я думал, тут стенка, а тут нифига не стенка. Блин, я хочу побить, конечно, все вот это, но что-то мне не очень нравится. Или побьют тебя? Ладно, раз, два, три. Понял. Так, ладно, пойдемте. Так, у меня есть топор, по-любому он бьет в ближний бой лучше, чем я кулаком бью. Почему ты решил пойти наверх? Я не права, смотри. Я даю дурацкие советы. Нет, смотри, правильно я пошел. Да, след крови ведет. Ну. Ну, пойдем наверх. Ты какие хорошие топором бегут. Ты это слушал? Ну, это Тайвин да хрюкает. Тайвин? Он подтянулся и хрюкнул. Я чуть не умерла. Угу. И ловушку надо обезвредить, и вдруг придется бежать. Давай я проверю. Ну, точка сохранения недалеко была. Ты хочешь, чтобы я окочурился, да? Может, ну, вообще это было бы полезно. Господи, у меня наутик стал выпадать. Я испугалась. Патроны. Это нам надо. Это спички. Блин, у них у обоих такие большие эти. Ну, коробочки. У патронов там, по-моему... В смысле здесь? Кто сказал? Клюхир. Подожди, так вы же не можете говорить, вы же там лишены рта в большинстве случаев. Слышишь что-нибудь? Нет. Ладно. Лазим. Да. Это было странно.
Еще нычки. Даже две. Может, они снаружи? О. Как вот тут интересно, всяких функций полезных, да? Будь здорово. Как перестать смотреть? Так же на пробел? Нет. С. Притом правая кнопка мыши, кстати, не сработала почему-то. Обычно она работает как Т, типа отменить. Будь здорово. Простите, пожалуйста. Уже такое еще будет. Ну, я пока туда выходить не хочу. А вот сюда... Я слева дверь. Здесь дверь? О, нет, стен так падает. Блин. Жаль, что нет функции нормальной, чтобы заглянуть за угол. Там нет. Никакого. Это патроны, да? Нет спички. Блин, эти же ящики сломать бы надо. Это какой-то, по-моему, другой немножко, да? Он живой? Он обычный. Да, он обычный. Так, ладно. Это, конечно, все интересно очень, но... Может, тут нет шпуров таких? Может, тут их не встретили? А, ну мы сожгли перед воротами только. Ну да. Но это не повод расслабляться. Это что, граната? А как ее выбрать? А, ну, наверное, просто она в этих будет, в инвентаре. Сейчас, если мы ее на... Да, если мы ее на троечку просто поместили, то вот у нас и граната. Вот теперь ту толпу можно расфигарить. Ну. А зачем? А. Ты ж без головы. Что? По-моему. Да. Пойдем встретим его. У нас есть топор. Это лазерная ловушка. Или нет? Что ты такое? Обезвредить! Остановить стрелку. Синий успех, красный. У тебя одна попытка. Не знал. Неожиданно немножко. Блин, у меня еще и топор почему-то пропал. Это еще более странно. Просрал топор. Сломался, видимо, это крыло. Наверное, да, у него какая-то прочность, видимо, есть. Ну, пофиг, пошли наверх-то, мужику теперь. Я думал, что у меня хотя бы есть пора там в пару этих круток. Оказалось, что нет. Жалко. Ладно. Так, ну что, снова крадемся. Там, конечно, есть мужик, но это не повод считать его нашим другом. О, врач. О, это доктор. Я доктор Марсело Хименес. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient, Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Тихо. Тише. Хорошо, доктор. Едем. Я тихо, доктор. Много бутылок. И нычка. И нычка. Не, ну нычка, ладно. Может, кровать тут чисто антуража ради, как бы, и, ну, у нее есть функция, что ты можешь спрятаться.
Ну, вон я вижу Силюка, да. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. О, у него винтовка. Ты шо? Лесли went through that gate. Женщина-полицейская? Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. Да. If you say so. Я-то и не спорю, дружище, я не спорю. Он здесь лестница наберется. А бочка-то не бьется. Ну вот открыть ворота, нет? Нет? Да. Что это? Damnable thing. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Чё? Зачем мне их поднимать сейчас? Ну, чтобы он выше прокрался. Ну, это понятно. Просто вообще это очень палевно. Ну, как бы... Ладно, давай осмотримся здесь. Раз уж он туда уже пошел, то... Over here. That's right this way. Ты их отвлекаешь или как? That old guy is gonna get himself killed. Понимаешь? А, ой. Да как? А, в смысле? Ты на меня не с факелом бежал. Не надо мне тут рассказывать. Это была двухстволка. Тебе показалось, наверное. Ловушка вот эта дебильная. Ну, надо тренироваться. Давай. Надо тренироваться, что поделать. Ты сможешь. Что? Фига, ну прям. Блять, он еще одна. Быстрый. Надо тренироваться тоже, что делать. Ну, вообще, да, что-то она как-то прям очень шустрая. Прям пиздечки. Ну, вообще, да. О, смотри, шкафчик, шкафчик. Мне кажется, тут можно полутаться. Мозги. И жвилинка. Согласен. Играть песни Киша. Это подобрать бутылки. Это хорошо, конечно. Но... Так, а как мне туда прокрасться? У меня есть еще одна теория. А помнишь, вот где мы там как раз эту на ловушку попались по первой? Там же можно было комнату пройти. Да, может там все-таки. Ну он первых отлег. Не знаю, сколько мне это сунуться поможет. Что тут? Это мужик с бензопилой. И он прямо где-то здесь. Ты шо, дура? О! Ну, на один раз, да? Да. Пизду, пизду, вы чё? Я просто слышу мужика с бензопилой, и мне как-то не по себе. Мне его хватило просто тогда. Ты чё, прикалываешь надо мной? Передохнуть он, блин, решил. Я думал, мы с ним уже закончили. Ну, это еще один. Еще один дядя. Это же может быть еще один? Может. Это дядя Федя. Плохо. Это мой клиент? Нет. Ты же бутылками перебиваешься.
У меня 4 патрона. Ты решил идти в запой? Мне просто не хватало еще монстра за мной. Я не готов к этому морально. Ну, в когтях, да. Будь в когтях. Согласен. Так, хорошо, пойдемте. Мы сходим направо, это нам поможет. Капканом. Да. Ну, в целом, да. Это дверь? Нет, это не дверь. Ну, в целом мы можем. Капкан. Подожди, кто-то хрюкает, по-моему, да? А, капка. Мужик, ну, как бы, типа, я тявка сдала. Типа. Два патрона. Нас празднуют? Накатим, дайте мне бутылку. Уже у тебя. Оба-на, лесенка. А... Ух ты. Зачем? Я не знаю, но... Мы попробуем. Где-то оно... Оно где-то. Полезно. Есть на shift? Нет, быстрее лестник получит. Полезть тут нормально. Вот у нас птица. А вот сверху, наверное, что? Это какая-то приблуда, чтобы, видимо, кого-то схватить. Ну, вообще-то да, хваталка, типа. Ну, какой-то чудной арбалет. Да. Так, а я смогу отсюда? Вон она, вижу. Так тут ближе бы не упасть. Куда? Куда? Что, если я упаду? Куда упадешь? Чудо. Так. А давай-ка осмотримся, да, чуть-чуть сейчас. А, давай заберем. Болт вспышка. Я же говорила. Снаряд для арбалета агония. Ослепляющий врагов, яркая вспышка. Ослепленного противника можно скрытно убить, подойдя к нему с любой стороны. Круто. Арбалета нет. Но за снаряды спасибо. А, во, во, отлично. Там вот стрелок, он там должен быть. Где факел горит. Там. Там я вижу под спички, да? Да, спички. Причем так визуально никого нету. Ну, доктор за собой все. Прыгай. Так, нам сейчас все равно ключик забрать еще. Так, а давай так посмотрим, точно, так лучше же осматриваться. Это не надо, хочется. Давай, да, конечно. Это еще не ты. Нет. Вот он ублюдок идет. Постука. Да, непонятно. Просто непонятно, вот если они бегут на меня или нет. Блин, в отсутствии, конечно, оружия ближнего боя. Я топор не успел пробовать, по моему сожалению. А то он там пробежал. Вон. Вот же. Понял. Мама, страшно. Лёха. А что ты мне сделаешь? Будет прыгать на тебя.
А нет! А все! А все! А что я могу сделать? А что ты сейчас теперь будешь делать? Ну, теорию он меня потеряет из виду все равно. Уходи. У меня есть бутылка. Киви в сторону, чтобы он отвлекся. Ну что, да, ты помнишь, чем заканчиваются эти советы. Да, я упаду, если я сейчас, наверное, кинуть. Я тебя... Не вижу. Но слышу. Да. Так, ладно, я возьму бутылку. Если что, разбью ему об голову. Ну, это, наверное, так не работает, конечно, но... Где? Ну, по-моему, все еще там. Думаешь? Оп. О. Ладно, подождем, когда он чуть-чуть расслабится. Нанесет, вернее, удар. Наоборот, напряжется. Напрягайся. Давай. Ты ж шахтер. Напрягись немножко. Давай. Удар. Ну давай. Ну, давай, атакуй. Я ж не могу слезть, пока ты не ударишь. Смотри. Опа! Еще разочек. Три ножка. Ты ублюдок. А ну, ублюдок, слезай. Слушай, мы сейчас с тобой в идеальной супер позиции. Мне супер. Я позиция. Все, давай, он не ударил. Поздно, я смеялся, я закрыл глаза. Мне было очень смешно. Это не та игра. Слушай, ну давай. Опа! А все. Сейчас ты атакуешь меня снова, да? Схватил меня. Пробел. А за что? За плечо. Там что-то упало. Я видел, да. Мамочки. Там что-то упало. Там тут висельник упал. Походу, да. Ну почему он кричал? Я теперь сейчас... деревня, блин, придет ко мне, наверное. А кирку я могу взять его? Мне бы пригодилось на самом деле. Ну ты подойди, посмотри, пока не прибежала вся деревня. Согласен. Тут еще ключик у нас падал со статуи. Я его забрал. А, да? Ключик я забрал. О, мозги. А можно я подберу просто? Так, тут можно, наверное, забраться. А вот факел торчащий, ты не можешь подбирать? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Это при том лампа. Нет, там лампа. Лампа. Вы факел? Ну, выйди туда на труп, где ты стоял на трупе. Вышел. Лампа. Вот там, вот. Вот этот возможно, кстати, да. Вот. Только меня убьют, нахер. А так, да, идея. Это была замануха. Между прочим. Ну, тут если приноровиться к стрельбе. Если к ней приноровиться. То в принципе, можно пытаться. Тут, кстати, спрятаться можно где-нибудь? Мне казалось, можно было. Надеюсь, мужик с винтовкой мне сейчас не позичек уже будет. Я знаю, что мне нужно сделать. Не знаю. Ой, тут я... А, он здесь! Бензипел? Слышишь меня? Человек бензипел. Какой ты смелый! Отважный и умелый! Вот лестница. А я ее не смогу никак теперь перебить.
Ну только мне сейчас игра не разрешит, типа, ну ладно, твой удар считаем. Не считаем. Да, не считаем. Да, он здесь, судя по всему, обитает. Блин, я так не хочу сюда идти. Я так не хочу кочуриться. Ну я так понимаю, что я это сделаю. Меня чувак с киркой научил в жизни. Блин, лучше бы патроны дали, часово. Сейчас. Сейчас, ну все. Будет. Лекарство, это вообще отлично, кстати. О! О! Патрончик. Это вопрос. Да. Очень неудобно, кстати, постоянно держать контрол. Очень неудобно. Пойдем. О! Сейчас пойдем. О! Зачем? Так, а что на том балконе? Походу внизу, да? Как я не попал на мину? А, ну вот если, наверное, полезу по лестнице, я на нее попаду. Ну тут не бегать надо, слушай. Вот лестница. Могу я отпустить? Есть. Ну что, вы в ним все там был? В этом? Нет. Экскурка такая интересная. Ты где-то тут. Надеюсь, что это он сипит. О, там что-то есть. Блин, туда мне тоже надо. Ну сейчас, ладно. О, лестница тоже. Ну уже, да, опущен. Да. Песочина. Могу взять? И топор, блин. Вот такой топор не могу. Почему? Блин, что тут? Давай я потерю. Я вот топырим. Командная работа, да? Я сейчас что-то сделаю, и тебя на меня спустят. Я уверен в этом. Я думаю, это так работает. И тюки, видимо, поджигать надо для того, что... Не-не, подожди, нужно обезвредить. Залутай, пожалуйста. Вон он. Он на цепи. Его на меня выпустят. Его на меня выпустят. А я буду бегать по долбанному дому. Непонятно сколько времени. И верни куда. Так, ну я спустил там лестницу. Запоминаем, там есть лестница. Привет. Вы называете это секретом? Это как бы... А, ну хотя, видимо, специально. Ну, не все ж ключи прям ныкать-ныкать, правильно? Какие-то должны быть попроще собрать. Не, я думаю, да, потому что это типа... Ты вот просто знаешь про секретки, поэтому ты их видишь. Я вот по-любому сейчас, да, спущусь вниз, чтобы обойти стрелка. И этого чувака выпустят. И как только его выпускают... Я пойду подниму. Давай, давай, да. Я пока обойду. О, аптечка. Круто. Надо похилиться, кстати. О, хорошо. В таком вот ящике попалась птичка. Приятно. Да. Ой. Может, тюк сразу поджарить? Мне кажется, если я его поджигаю, наверное, буду этого чувырлу отвлекать как-то. Так, ну что ж. Собрались? Разобрались. Да ну это очевидно. И не очевидно? Да ну нет, ну что может пойти не так? Вон свинка, смотри, какая у нас хорошая. Трупик сверху висит. Прекрасно.
Так, ладно. Так, вот сейчас я посмотрю. Как там будет бессмысленно там стрелок, значит я сейчас слезу. Залезу, побегу туда, слезу там. Я просто думаю маршрут, а мне спрятаться негде, мне только в тот дом идти. А я в него не могу пойти, потому что там стрелок. Можно вернуться прям в старый дом, где сейчас там ходят два придурка вот эти вот. И там под кровать где-нибудь заныкаться. И ждать. Ладно, это вопрос завтрашнего дня. Там мина, смотри. А там мина на этой двери, туда там не побежишь. А мне, может, туда, кстати, надо будет. Мне надо будет его выманить. Будет мне счастье. Тихо, мужик, не паникуй. Я паникую. Да, ты вообще что-то в панике. Я вижу тебя. И у тебя, да, оружие есть. О, сундук. Сундук, да. И такая жадность. Вот она. Чтобы увидеть содержимое сундука, откройте крышку полностью. Если он заминирован, приоткройте крышку. За что? Заминирован. Заминирован. И как? Как? Я даже не могу. Могу отойти. Не, ну я же вижу, что он заминирован, типа. Я просто сейчас очень не хочу терять хп. Или пробуем? Пробуем? Ну у нас же есть хилки. Есть! Погнали. Что ты делал? Разрывной болт. Для арбалета! Патроны за это дали. Почему нам дают болты? Для дробовика просто патроны дали нам. Я нажал не ту не кнопку. То. Я ничего нажал страшного. Хилку. Ну ты был не полностью похилен, а теперь ты похилен. Все идет как надо? Дай кирку, дай кирку. Блять, у тебя половина... Блин, ну живучие, что я хер знает. А патронов... Нихера. 5 минут, что ли, патронов? А ты мог предупредить? Чего? По поводу. Что там еще один чувак сейчас выскочит? Не, я не видел его. Хорошо то, что они тупые, слушай. Ну, типа, как бы тут расстояние для... Ну, от выстрела до него. И мизер. Почему на меня здоровяк не выбежал? Он выбежит, я уверен на 250%. Привет. А как? О. Привет. Это дверь? Да. Заходим или обходим? Да, давай, играем. А. Понял. Выходим. Идем в обход. Нормально. Так и планировалось. О, еще бутылка. Мозги. И мозги. И кто сюда? Это ты сделал? Нет. Я могу сделать вот так. Красное вино. Зачем кому-то было разбивать окно и не выходить при этом? Это все в твоей голове. Кстати, может быть. Там рычаг. Да я вижу. Кто-то хихикает. Сзади точно плохо. Вон он.
стоит сверху с факелом. А, вон. Придурочный. И... будешь отходить? Или ты так же само стоишь? Я не против с вами драться, мне просто драться нечем. Патроны вас вообще не берут, блин. Плюс хитбоксы очень странные какие-то. Не, они уходят. Понял, значит, надо самому проходить. Ну, конечно. Давай, выходи тогда сюда. Это ловушка была. Пать, сука. Вон то, походу, была взрывная ловушка. Походу, кто-то там спровоцировался. Нет, нет, вижу. Там кто-то лезет. Убирайся. Не ты? Я думаю, ты. Ну, да, у нас ловушка была. Не, это прикольный, конечно, момент, но... Ну. Что делать? Да. Пошли обратно. Может, он меня не заметил все-таки, я ушел. Хотя он по скрипту появился, так что... Просто у меня патронов нет, я... А кирку подобрать нельзя, как мы уже поняли. Их двое, я бы вообще не справился. Не, я... Вы куда, ребят, вы чё? Это не в моих силах. Может, на вас можно балку обвалить там, я не знаю, конечно. У тебя есть патроны, да, по-моему? Факел тоже прятан. Как вам их можно подшикать? Подожди-ка. Рюкзак есть такой большой. Арбалет. Давай. Иди к папе. Теперь главное настроиться. Да, у меня хилок уже-то нету, так что... И хилок нет? Ну, я же тебе говорил, что я последний потратил, так что я поэтому и расстроенный такой. Да. Жесть. Пошли наверх, чё. Что? Что вы? Тут столько рычагов, я не понимаю. Зачем они? Что ты сделаешь? Зачем мне тебя использовать? Я не понимаю. Ой. Женщина-полицейская. Может, не знаю. Да. Контрольная точка. Почему? А зачем? Смотри, ты. По-моему, он без оружия. Эти 4 спички я, конечно, могу потратить, но... Арбалет огонь. Мощный склонный арбалет с прочной тетивой может стоять тяжелыми болтами. Это я уже понял. Так. Сделать болт, если выбран огонь. Давай сделаю. И гранату на 4. А ну-ка. Давай-ка. Так, ну, со скрытности я, кстати, стрелять не могу. Со скрытности я могу только передвигаться. Так, а как менять снаряды? Другой болт на К. Р, да? Болт вспышка, разрывной болт. А, все, все, вот теперь понял. Хорошо. Ну, ладно, пока возьму дробовик. А там посмотрим. Еще болт? Не знаю, ну... О. Ну, скорее всего, да. Пычка. О, наверное, да. О. О, это тяжелый, да? Гарпун. О, пронзает насквозь. Да нет же, придурочный, я хотел подобрать. Ты чё, дебил? Господи, управление. Тихо, тихо, тихо.
Ты что, мой твой? Тихо. Спасибо. Тогда лучше взять гарпун, да. Вот. Мне еще почему-то кажется, что, наверное, их можно будет даже забирать. Тогда мы пойдем с ним. Так, ну внизу были ублюдки. Не был ли тут... Хотя если меня снайпер не стал стрелять, наверное... Все-таки тут как бы... Здорово, хер мрой. На! Получил удовлетворение? Да. Хочешь его сжечь? Как бы... Блин, вы серьезно не выпустите на меня здоровяка? Это зачарован? Может быть, он будет нашей финалочкой? Там внизу кулечка. Ну просто прям в ухо, прям вот... Ну в ухо, да, я понимаю. Мое второе ухо понимает. Угу. Блин, ну через верх, наверное... Или я смогу пройти, как думаешь? Вот тут вот? Ага. Не, ну это тоже вариант. О. Ну заходи уже. Серьезно? То есть ты меня спалил, но... Угу. Ладно, хорошо. Пробел. Ну, может, вас снизу теперь нет. Ну. Не, ну он выходит медленно и по-тупому, ты видела. Mm-hmm. Так что если... Если я начну выходить, то это все, это жопа. Что, попробовать нажать? Ты думаешь? Жмем. Тут была ловушка, кто-то сбежал на меня сюда. То есть их должно было быть трое. Получается, один тот, который выбежал, двое тех мудил, которые пришли, и один еще отсюда. И тут кого-то замочило. Охренеть. Мне тупо свезло. Мне просто тупо свезло. Был бы пистолет с глушителем. Не, ну мы же в те времена, когда он мог бы быть. He's watching. We can't leave. Он смотрит, не можем уйти. Вы можете качаться? Да. Да. Почти тиранозавр какой-то сратый. А, это уже выход на улицу, смотри, это стенка. Еще одна ловушка. А вот где она? Она что? Можно на та же, кстати. Сейчас. Что провернуть, если мне не продаст. Блять, где? А, вас двое просто. Ну я хотел кого-нибудь из них убить, я просто думал, что он один. Блин, ну звуки тут распространяются очень странно, честно. Можешь попробовать гарпуном бахнуть? Тратишь бутылки. Че, попробуем гарпуном? Так странно навес делают. Блин, вообще не видно. Что это? Куда-то в... Давай ванну саму. Это взрывной! Что с ним случилось? А что такое? Я не знаю. Еще и пират полицейский. Мне просто, по-моему, повязка на глазу. Контрольная точка.
Я проверили. Можно мне мои гарпуны? Нет. Нет, нельзя. Точно нельзя. Но они... Но может... Что? Я их не вижу. Я всрал гарпуны. Три штуки. Я проверил. Их три было? А, три гарпуна? Я думала, два гарпуна. А, подожди, а чем учусь? У меня ингридов же для крафта хватает. Вот гарпун, да. Да, можно мне, пожалуйста? Но вес реально странный, согласен. Вот он прям, видимо, он, судя по всему, на очень близкую дистанцию. Вот прям, чтобы, знаешь, вот так вот, вот я стрелял. Ну, это тупое решение. Вообще, арбалет не стреляет навесом. Ну, на то он и арбалет. Ладно, поэтому лучше дробовик взять и не выеживаться. Дальше, кстати, винтовку не дали с мужика забрать, да? Что, кстати, странно. Ну, да. Ну тут много оружия не дают забирать. Посмотреть. Смотрел. Цепь. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Ты шутник, да? Ну ты же этого так хотел. Гарпун. Далековато. Как думаешь? У-у. Нет? А так? Вообще нет? Попробуем? Я что-то вообще не разочарована в этой штуке. Пробуем. У меня очень нравится твой Алекс. Ты в таком восторге. Я изделил. Кто теперь пыхтит? Так, вот в этом доме должны быть, кстати, жмуры. Я вот в этот дом и хотел. То есть свинюшку вы замочили, а вернее не замочили, а вот оленя, коров. Ты жив. А нет, ты другой. Держи, блядь. Что ты, блядь, умный. Ну, это, кстати... Топор! О, ну что? О, спасибо. А ты верни топор! Топор верни, да, я его так и не пробовал. Гарпун есть? Блин, ну вообще можно было бы разрешить. Хотя я могу просто все ловушки обезвреживать и получать... Насчет обезвреживать ловушки. Бац. А вот и капкан как работает. А можно его теперь обезвредить? Нет? Ну, ну. А можно все равно ингредиенты вернуть? Я ж пострадал. Так, ты берись давай. И он немного урона нанес. Я думал, он будет больнее. А хилки у тебя есть? Нету. Вот и берегись, пожалуйста. Я пытался. Ты не пытался. Я пытался. Ты не пытался. Пытался. Опа, Джоч, тихо. Бутылку. Нет, сено, сено. А вот этот факел можно подобрать? Мы же хотели его... Да, видишь, я молодец. Сейчас мы топор должны пробовать первым делом. Мы так не смогли тогда. Так, мужик вышел через окно. Ты там какую-то веревку хотел перерубить. Которую уже не надо? Да, уже да. Я думал, она за этот отвечает. Простите. За лестницу. Ага. Ага. Слушай, мужик. Кер, иди сюда. В основах нахакаться ловить можно. Ладно, ты слепой, хер. А, у него повязка на глаза. Типа, как бы... Так ты ж его зовешь. Мужик, давай, выходи. Не выходи. Буянь. Ударю кто. Я не против тебя убить скрытно. Вообще никак. Давай, все, погнали скрытно. Просто кроме него, мне кажется, там еще кто-то пыхтит. Я тоже так думаю. Поэтому вот если его одного выманить... Так, ну давай. Мужик, выходи уже. К тебе в окно смотрит незнакомец. Что ты по этому поводу думаешь? Тебе смешно подглядывать? Мне нет. Слушай, у меня есть арбалет. И гарпун. Давай, не, нет. Да я хочу... Он не среагирует. А почему? Они все время... Тут второй этаж, вот почему. Видишь, он угрожает мне. Бежит. Ваншот. А почему?
Короче, топор прикольная штука, он шотит нафиг их просто. С него натекла жижа, а ты не собрал. Разве натекла? По-моему, да. По-моему, это была просто кровь. Нет, ты права. Она прям очень незаметная была. Но ты молодец. Я молодец? Да. О, ловушка. Ну, прятаться это, скорее всего, от дробовика. Хотя, мне кажется, при наличии дробовика и прочего, наверное, как-то остановить можно будет все равно. Я не вообще. А ловушка это... Тут не было. Ну, ее нельзя обезвредить, ее просто можно нажать. Нет, просто на этом потолке не было это. А. А? О. Выше? Нашел где? Вот. Вот она. Угу. Она в окно смотрит, просто да, на ней на... Да. Развернись, пожалуйста, Костеланос. Спасибо. А, она просто романтичная личность, она просто смотрит туда, да? И немного невротичная. Походу, да. Простите женщину, так вам будет лучше. Контрольная точка? А ты намного где, когда ты убиваешь? А, да? Круто, да. Спасибо. Дробовик, да? На полицейская она была, но... После арбалета она была. Дробовик. Плохо. Очень-очень плохо. Так, а тут ничего не делает? Тряпка. Да, странно, что у нас между уровнями нельзя было подкачаться. Да. Хотя да. Так, здесь кто-нибудь? How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before. Лекарство из большого шприца, лежащего в этой аптечке, значительно повышает текущий уровень здоровья немного максимально, однако вызывает временные побочные эффекты. Понятно. Ел тебе хорошо, но потом будет плохо. Я могу поджечь что-то, мужик, я не пойму, что... А, вот это? Надо? Оно не выглядит как... У меня даже текстурки просто торчащих рук. Ты испугалась, да? Когда он выпил две, да. Эксперимент номер 4. Subject numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. А, это ты болтаешься. Слушай, зависаешь. Все-таки не нравится мне, как ты вот это болтаешься, и звук у этого. Давай-ка все-таки. Это странно. Ты не поджег? Да. У вас был жирный родственник. И страшно. Так. Я к тебе забраться... Это я уже использовал, да. Так, ну, судя по всему, мне нужно открыть теперь, правильно? Правильно. Так что... А что там было на синее? Осмотреться, что в окно было. Мигало что-то. А, бутылка. Ну, я уже всех поубивал, кроме чуваков в том доме, по сути. А, ну подожди, еще на этом этаже можно всех убил. На всякий случай лучше вот так вот, а там посмотрим. А где? Ты я не пойму. Ну и к черту. Смысл. Ну, теоретически заманивать можно, видимо, когда без патронов там убивать. Так, ну что, кто где? Двое там.
И все. Ну да. Вон он ходит. Можно их убить. Не, ну как можно? Нужно их убить. Они же не мешать могут. Они же могут мне начать мешать. Сагрится все двое или один? О, мячок, который может скинуть. Где? Прям вот прям. А как? А ему норм? Я не знаю, но это очень странно было. Ёп. Ты там отдыхаешь, что ли? Я думаю, да. Отдыхай. Ну, в принципе, не скрытно так. Так, тоже способ, правильно. Так, кстати, патрон для дробовика. Ну так экономно, видишь, это. Я один так. С дробовика и один с... Ну да. Или это... Или так, с пистолета, ты 4. Ты ушел наверх. Ты че, ублюдок? Не ты строил, не тебе ломать. Он же было пошел выпускать. Не знаю. О, спички, по-моему. А зачем? Ага, понял. Фига у тебя реакция. Я думал, что можно и голову вот этого растоптать. Но нельзя, оказалось. Так, а вот теперь. Вот теперь. Теперь готовимся. Перезарядили. Так, тут гарпуны пойдет его установить, что. Топорик. Где? Топорик? Где? Ты мне нельзя подобрать? Подожди, а как ты вернулся? Я же, по-моему, тебя ломал. Ты, наверное, не захотела. Так, ладно. Так. Бензопила. Где она может быть? Так, если что, сюда можно. Я в курсе, что вы там все еще есть, ребят. Я. Вас ничего не смущает? Ну ладно, иди сюда. Патрон для дробовика, конечно, там есть. Ладно, лучше так. Я тебя хоть могу скрафтить. И что тут был? Пошел в другую сторону. А не к тебе. Может быть. Так, кстати, да, потом все равно тут. Сделать. Раз уж они тратятся неплохо, да? Ну, зато мы нашли, куда можно тратить ловушки. Да тут и топор, и кувалда, и тесак. Да, мы тут будем. Я это помню. Не показывает, кто-то есть. Тень долбанная. Это ладно, естественно. Ну чё, раз, два, три. Да всё будет хорошо. Ты отлично справляешься. А где бензопила, кстати? Понятия не имею. Спускайся. Просто я понятия не имею. Я вижу стерку, я вижу бутылку. Может, он прям к нему придется. Может быть. Тогда сейчас под дверью мужика этого выгляну. Не здесь, помню. Ладно. Одна.
Вперед. Вот не запила. Давай. Ползи, 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 дружище. Подожди, мне тебя замолить тогда надо. По смыслу. Или мне нужно тебя заманить? Ага. Понял. Замолить. Ну я не знаю, может как-то и напильник поэтому. Ты не хочешь слезть? Нет, не хочешь. Давай, прыгай, Кастелланос! Я знаю, я знаю. Понял, хорошо. Плохо. Да. Сейчас мы делаем проще. Контрол. Теория, он сейчас должен был бы спуститься за нами. Невыгодная позиция. Я еще бегать не люблю. Главное, что выклоняться не могу, вот что меня больше всего смущает. Остальное как-то вот так. Ну чё? Я вообще никто не слышу. Я тоже. Вот такая музыка. Да, что-то вообще не слышно. Ну ладно, пойдем уже. Чё. Дробовик есть. Попробуем справиться. Шипы. Шипы. Гражданин вон он. Где ты, ублюдок? Вон он. Давай, сука. Давай. Давай. Подплыну, дробина. Уф. На. Корова. Разрывной бы сейчас. Иванов, давай. Ну блин, ну а что я могу ему сделать? Ну что я могу ему сделать? Ты же видела. Ему... похеру. Что там... Да я понял, что шип расходует силу. Это понятно. И этим ты меня не удивил. Так, ну... Но, опять надо его... Слушай, ублюдочный. Слушай. Слушай. Он свое покушал. Согласен. Он объелся. Оно мне надо. Проблема еще в том, что у меня хилка не на быстрый доступ. Возьми оружие. А, понятно, там еще и куча корешей его. Пришли, блин. Зачем, я не знаю. А где аптечки? Нет. А как, у меня же были. Я же подбирал одну. У меня была подобрана одна аптечка. Это бред, у меня была подобрана одна аптечка. Я еще сверху тут подбирал ее. Нет, я не хилился. Оп. Ой, что тут сратый упаклеенность. Что мужик бензопилой. Как дела? Ах.
Да блин! Да в смысле? Тебе покажу. Прыгай! Какой ж ты всратый! Вообще! Эта игра, она кривая, как палка. Я жаловался на бой в Банишере. Я раскаиваюсь в Банишере. Прости меня, ты прекрасен. Потому что то, что здесь, это... Это консольные ушлепище, скажем так. Блять, у меня была аптечка, это, блядь, 250% умноженный на миллион, блин. А он такой, нет, у тебя нет аптечки, почему ее нету? Гранаты вообще работают тоже через хрен пойми как. Но я так понял, что замечает у меня тоже, в принципе, отличненько. Ну да. У него чуйка нормальная. Ну, есть у меня еще одна теория, как можно его сейчас попробовать разговнить. Ну, просто там ты видела, еще 4 мужика выбежало на меня. Да. Откуда вы они взялись? Ты не сохранил меня после этого момента? Не надо, ты... Ты вот эту аптечку имел в виду? У меня была еще и мелкая. Так смотри, тут вообще ничего не собрано. Оказывается. По логике игры, конечно же. Хотя мы тут бегали и собирали это дело. Я не понимаю. А можно вручную сохраняться? Можно пойти нахер вручную? Просто да, по логике должна и баба была бы остаться здесь тоже. Вот аптечка моя, про которую я тебе говорил, что она есть. Я все отлично помню, что я собираю. Когда мне игра говорит, что я этого не делал, ну, я не очень согласен. Короче, план такой. Можно попробовать напулять туда этих... взрывных болтов. Болтов? Ну, я по периметру. И посмотреть, что из этого получится. Потому что он начинает реагировать только, когда я вплотную. Понятно, они просто из ниоткуда встали. Они просто из ниоткуда появились. Ясно. Все, понятно. Это неправильно. Это какая-то хрень. Ну а ты думал, все будет легко по-твоему? Да, споткнись, споткнись. Ни хрена их, блин. Я наушник поменяю на другой ухо встал. Поменяю, поменяю. Ёлки-поталки. Да хрена, ребят, ну... Чё зачищал? Шипы вон какие. Да, чё зачищал, кстати, да. Чё не зачищал, тогда по факту. Сейчас попробуем, конечно. Хотя бы так. Да не иди ты далеко только. Иди далеко. Да стой, это ж... Ой, все ворота, дурак. Это верхний, он сейчас тут сломал жмур. Так, ну, давай. Что-то у нас есть на В, мы выбираем... Да. Взрывной, да? Разрывной. Вот оно. Все, мы его, получается, закрываем. Мы подходим сюда. И начинаем... КВН. Ты что, гарпун кинул, что ли, придурочный? Нет, вот разрывной. Ну, что поделать? Будем читерить, правильно? Ну, это не читерство, игра разрешает крафтить их, правильно? Значит, это работает. Проблема в том, что оно может взорваться прямо все мне в лицо. Как с гранатами было.
все надо скрафтить еще. Хотя бы именно гарпуны. Хотя бы гарпуны. Черт, они-то взрывными уже. Давай. Нет. Жмуры. Да, ну сколько ж. Блин, я просто не хочу на своих же подорваться. Неплохо. Вроде неплохо, но, по-моему, все ему спину. Вот два патрона. Что, сука? Вкусно? Серьезно? Вкусно тебе было? Серьезно? Да ну не. А, ушел. Желе, блин. Где там твой друг еще один ходит гулять? Нахер твой друга, блин, сейчас. Так пили его бензопилой, друга его. Ему неплохая. На зубик цепетой старой ржавой бензопилы сослохла всякая гадость. Короче, это квестовый предмет, видимо. Я хочу пилить. Нет, это квестовый предмет. Да. Не, я не буду тратить патроны, бегая еще за одним ублюдком. Да не. Не буду, да. У меня. Вот теперь у меня все. Теперь у меня патронов больше не осталось. Только вот эти вот. Гарпуны неплохо себе показали. Ну не гарпуны, а взрывные болты. Да, да, да. Блин, вообще так не работает. Бензопилой вот эту не распилить. Все в своей голове. Да. Все ограничения. Так, доктор, мне за вами идти или вы пойдете? Доктор. Блин, пошли за ним. Вдруг потом игра скажет, ну ты не пошел за доктором, доктор умер. Ну. Доктор. Мы не играем в Найт. Доктор. А можно сохранение нормальное? Ну, типа, уметь все таки. Ты просто по ней соскучился, признаю это. Да, конечно. Она классная. Так, мужик, я открыл ворота. Хочу подставлять карман для волшебных семян. Я просто не представляю, как по-другому этого босса валить. Серьезно. Я зря шел. Ну, мы перестраха. Людились. Полуслоненок. Да. Вот. Может, это, конечно, было... Что там, тайвенёнок? Хочешь вылезти или ты подтягиваешься? А это не одно и то же? Я могу тащить или он? Ну, с другой стороны, игра не запрещает это делать, правильно? И мы пытались дважды честно. Честно. Я-то тоже честно, я потратил эти курсы. И, кстати, заметил, сколько это выпальнул? 6 штук, да? Да, и 6 болтов пальнул. Взрывных. И получается, ему еще потребовалось 3 выстрела из дробовика чуть ли не вплотную. Ну, это весьма крепко. Это представь, сколько было пришлось дробовика ему нагасить? У меня бы не хватило просто. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Да, вот. Классно. Ну вот эти чуваки был всего один и очень неприятный, да. Он выбегает. Шмаляет. Выбегает, шмаляет такой. Если он выпадает, факел. Какого хрена? Так, ну я предлагаю на этом, кстати, закругляться. Мы вот сохраняем. Угу. Потому что... А, ну вот сколько, кстати, как раз время. Вон, мы, получается, были на выжившем. Да. Ну мы достаточно побегали сегодня. Да, ничего себе, да, адаптивно. И чуть-чуть пригорели. Хотя, кстати... Ого. Ну, кстати, пригорели незначительно. Ярко. Пригорели незначительно еще. Быстро отогрелось. Справедливо.
Не, ну справедливо, согласись. Как бы, блин. Мурашки. Блин, ну как меня напугало, это вообще просто вынесло. С этой двери. А ты потом посмотришь на запись. Ну мне кажется, знаешь, это такие... Это единственный такой босс будет. Мне кажется, именно поэтому, знаешь, тебя так подсунули. И его, и разрывные болты, и прочее, прочее. Вроде как типа и битва с боссом, но ты же знаешь, где босс. Но он очевидный, серьезно. Да. Потому что, насколько я помню, прохождение Блэка именно вторых частей и так далее, то на тебя ужастик выпрыгивал просто, и ты от него больше степени скрывался. Ты мог в него пострелять, он типа замедляется, и потом ты убегаешь. Просто от этого, как мы видели, убегать, ну, бессмысленно быстрее. Что-то, ну, непонятно еще, были бы там какие-нибудь его условно мысли, там, о, я подожгу это, и тогда случится это. И ты понимаешь, зачем это делать. А тут, ну, тебе сено, жги. А зачем? Зачем? Я сожгу амбар и убью всех врагов? Или зачем? Или что? Я думал, это вот, дамажит его. Ну. Вот вам рычаг. Или он такой, ха, здесь ловушка, а вот он рычаг, можно заманивать. Ну, если были бы какие-то мысли. Нет, вот тебе рычаг, он что-то делает. Кстати, в теории, да, можно было в ловушке заманивать. Но это нужно вообще без патронов остаться и не знаю, насколько отчаяться, потому что он очень быстро бегает. Но ты видел, он по сути чуть ли не пробежал все эти взрывы. Mm-hmm. Ему в спину, да, ударило, кажется, что ОЕ был. Вот. Мы много разглагольствуем, потому что это было прикольно. Это вообще прикольно, да. Да, это было прикольно. Типа, играть дальше хочется. Да, согласен, тут да. И враги жутенькие, прикольные. Боевка неудобная, потому что она консольная. Потому что ты должен сидеть вот этим вот там, как соском, да, наводиться. Хотя все как со, ну, с, на джойстике. Дай тебе сосочки. Не надо мне сосочки. Я тут и мышкой мажу, хотя вроде как и нормально должно быть. Ну, враги же дергаются, правильно, ему больно. Он такой, а, моя голова, и половины нету. Ты такой, ну так, может быть, ты умрешь? Нет, нет, нет. А, блуб-блуб-блуб вот это. У них вертушка? Наглядно. У них там вертушка. Хеликоптер, хеликоптер. Что ж, спасибо вам за внимание. Оставляйте комментарии, что нравится, что не нравится. Что? 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 Женщина двигается. Нет, а сохранить игру нас. Ну я сохраню. А как мы потом будем загружаться? Продолжить? Может, нас сейчас комментарий кинет? Нет. А, хорошо. Там-то и дело. Вот. Поэтому еще раз, да, спасибо всем за внимание. Комментируйте, ставьте лайки, любите хорьков. Про них больше узнать вы можете в группе ВК. А на этом мы с вами прощаемся до понедельника, где-то так же, плюс-минус, да? Я просто за следующие эпизоды говори. За следующие эпизоды? Не надо вводить нас в рамки. Мы в свободные рамки. Творцы. Мы не вводим вас в рамки, мы против рамок. За хорьков. Да, видите, у меня даже плакаты без рамок. За Харьков, да. Все, так что еще раз спасибо за внимание. Всем вам удачи.